Житель Покачей признан виновным в совершении убийства. Вынесен приговор жителю города за преступление почти двухлетней давности. Оно произошло в новогодние праздники. Следствием и судом установлено, что 1 января 2022 года между подсудимым и его знакомым, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления. Приговором суда мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.